Итак, посмотрим, как же улучшает звук наш маленький рупор для айфона. Вот такой вот рупор. Сделан он, судя по всему, из силикона, потому что мягкий. Но очень-очень-очень хорошо действует. Так, давайте сейчас что-нибудь загрузим. Какой-нибудь ролик. Даем максимальную громкость. И вот как мы слышим звук. Теперь мы ставим его в этот рупор. Как видите, без рупора звук намного тише. Кроме того, что он улучшает звук, он еще и является очень удобной подставочкой под телефон. То есть телефон можно закрепить вертикально, как видите сейчас. Также его можно разместить. Оп. Так, включаем. Так, также его можно разместить горизонтально. Вот таким вот образом. Вот тут включаем. Вот такой вот рупор, купленный у наших китайских товарищей для вашего айфона. Очень удобная, практичная и недорогая вещь. Рекомендую к приобретению.